меньше курить в России не станут, а меры, которые были приняты, этот закон я считаю просто фашистским, потому что он ограничивает в правах половину населения Российской Федерации. Если мы боремся за экологию, за нашу окружающую среду, давайте начнем с автомобилей. Давайте ограничим въезд автомобилей в центр города, давайте ограничим рекламу автомобилей, ограничим количество автомобилей, которые может иметь одна семья. Тогда, я думаю, курильщикам уже претензий не будет, потому что, ограничив количество автомобилей, мы спокойно сможем ходить курить, этого никто не почувствует. Представьте себе огромный джип, который прогревается 20 минут под окнами вашего дома, или меня с сигаретой, стоящей на крыльце.